Лучший промокод FIRE11 дает тебе 30% к пополнению. Мы сегодня на сайте MyCoinsGo, и у нас баланс сегодня достаточно маленький, но не переживайте, потому что мы открываем бонусный кейс для начала, который мы долго копили с вами. И первым делом давайте начнем с Purple Collection. В Purple Collection, как мы можем заметить, очень много падает скинов за 20, за 50 рублей, то есть вполне возможно, нам даже если бы турбо выпад, было бы вообще круто и максимально одобрительно, поскольку в турбо выпаде вроде стоит 400 рублей, это достаточно неплохие суммы для такого бонусного кейса. Я предлагаю до 3000 точно ровно бонусов докрутить, а затем уже перейти к другим кейсам. Я сейчас чаечек вам покажу, какой я сделал вот сюда, в этот чайник налил. Травяной чай на ночь. Надеюсь, он поможет заснуть. За 570 выпадает. Фиксируем. Было 250 рублей всего лишь. Спасибо бонусным кейсам. Также промокоду FIRE11 за то, что бонус к пополнению. Все дела. 35% между прочим. Уже 1250 есть. Но я предлагаю уйти. Не хочу очень долго задерживаться. Уже неплохо так и купил. Все, спасибо Purple Collection. Теперь Black Collection давайте откроем. Black Collection почему-то такое ощущение, что очень много плохих скинов, как Блок Ночь. В целом тут минималка вроде чуть побольше, очевидно. Но и шансов на хорошие скины достаточно неплохие. Это неплохие шансы. Мы выбивали с 0,01% ножи. Что уж там говорить про 0,06%. Это неплохо. Хотя бы красную линию уже будет заносить. До 2000 ровно докрутим. Последний спинчик. Что-то он у нас неплохо. Ой, точнее, плохо выдает. Но, тем не менее, баланс уже 2000, есть бонусов. Ай-яй-яй, джин пролетает. Сколько джин? 240. А хотя, и то говно было. Ну, Black Collection, спасибо. Бонус кейс. Давай теперь тебя попробуем. Ой, сяду так удобно, медитативным. Но в Black Collection, если плохое выпадет что-то... Ну, он стоит сколько? 370. Боже, лучше бы открывал Black Collection дальше. Ну, White Collection, почти очень фестом. Да... Зря мы копили столько бонусов, ребятки. В итоге нам ничего полезного не выпало. Но ничего страшного, это значит, что у нас баланс 3000, соответственно, уже хоть что-то можно с ними поиграться. Давайте All-in USP покрутим. Поскольку в All-in я заносил последний... Нет, ты не имеешь права так скамить. Ну это бред, это просто бред. Я тут два таких стоял убийство подтверждено, вы видели. И они прокатываются мимо, как назло, знаете ли. Очень все плохо идет. Ну ничего, давайте 3 штучки. Ай-яй-яй. Вот это уже начинает играть, так сказать, в русскую рулетку играем. Да-да, нет-нет. Осуждаю, если это слово запретка. На всякий случай, на всякий случай. Я просто такие слова никогда не говорил. Ну, хорошо. Спасибо тебе за юспик убийство подтверждено. Хоть раз есть, но мы просто чуть плюс вышли. Нам нужно еще. Хорошо. Все. На этом последний спин такой проверочный. Может, выдаст еще один раз? Офигеть. Овердрайв, как всегда, в ударе. Ну, лесные листья, ладно, сойдет. Я считаю, что это неплохие дропы, то, что нам выпадало до этого. И поэтому хипернайф дизайн обновили. Скоринайт, давайте, одну штучку. Просто, пожалуйста, ну, за всю боль. Хотя, боль уже прошла. Поэтому все хорошо, ребятки, не расстраиваемся. Все нормально, работаем, бэмс. Ну, спасибо. Спасибо. Все-таки ты услышал меня, что мне было больно в тот раз, когда ты 10 тысяч миллиардов прокрутов не выпадал. Ну хорошо, есть. И теперь, ребятки, самое интересное будет это 17500. Я боюсь даже смотреть на это. Ну, ладно. Это куда лучше, чем я ожидал. Поэтому не будем сильно тильтовать. Все хорошо, тайное. Просто по чилу пооткроем, поскольку бонусные мы уже делали. Ой, Wildfire. Ну, Wildfire, он неплохо стоит. Он неплохо стоит. 6 тысяч вроде. 5 тысяч. Ну, тем не менее, его выбить намного приятнее, чем другие скины с тайного АВП. АВП. Пустынная атака выпадает. Неплохо. Неплохо, слушайте. Пока что мы идем таким образом, что действительно похоже на то, что мы сейчас уже выиграем что-то серьезное. Потому что когда на MyCoinsGo начинают залетать кейсы, вот вам пример, значит, все начнется хорошо. Но поток информации мы оставляем, это стопудово. Стопудово поток информации мы оставим себе, а значит, можно пооткрывать эмочку, мою любимую, 10 штучек, рискнуть. Не стоит забывать, что наш любимый кейс-эмка любит нам выдавать вот всякие... вот такие говноскины. Рыцарь бы хоть раз увидеть, было бы приятно. Но мы выбивали, если что, тут эмку, которая стоит... 60 тысяч вроде, да. 60 тысяч стоит эмка, мы ее выбивали.
Поэтому наша цель теперь какой-нибудь хот-родик, либо уже рыцарь. Вот рыцарь максимально приятно было бы увидеть. Я вообще обрадуюсь, если рыцарь. Прошу тебя. Прошу, просто рыцарь. Хоть раз в жизни рыцарь дай. И все, я чим-чирим уйду. Черный лотос. Кстати, это неплохо. Вот этот черный лотос, я его стопудово себе возьму. Ну, 101% я себе возьму его. Вместо чантика фаер. Ну, хорошо, сойдет. В принципе, сойдет. Не будем жаловаться. Не будем особо жаловаться. Последний спин. Просто нет комментариев, что слили. Ну хотя бы М-ку оставили уже хоть что-то. Ладно, я предлагаю черный лотос оставить. Черный лотос оставим. Я не хочу еще один черный лотос, спасибо, но мы оставили уже один, поэтому все good. Все good. Теперь давайте. Попробуем тайно пооткрывать еще разок. Ну, может, тайна под конец раздаст еще один раз. По такой информации он выдал, но мало. Разъяренная толпа. Это очень плохо, ребят. Ну, давайте еще один раз. Через Enter нажму. Ни разу не нажимал Enter, поскольку неудобно. Разок просто для теста. Может, повезет так. Ну, пожалуйста. Ну, не делаем так, чтобы я в нуле был. Пожалуйста, прошу тебя. Хотя бы за 5000 любой скин. Ну, это X5 от баланса. Ну, какой неоновый гонщик. Ты издеваешься, друг. Давай без этого, прошу тебя, ну прошу, прошу, просто прошу тебя. Ради всего святого. Ну это рофл, это действительно рофл, издевательство надо мной. Пожалуйста, хоть раз в жизни выдай скин, который стоит больше 5000. Ну Акихабара, ну Акихабара, ну я знаю, что она стоит 30 тысяч. Ну. Ладно, последний спин. Ой, ребятки, я предлагаю сделать последние два спина. И все, что выпадет, оставим, поскольку мы бонусные все-таки брали. Не хочу заигрываться сегодня. Кот красный, предатель. Ну хорошо, это неплохо. Это лучше, чем я ожидал. Всем спасибо, ребят, за просмотр и всем пока.